20 января по предложению Международной федерации лыжного спорта отмечают Всемирный день снега. 40 стран мира присоединились к празднованию: Швейцария, Россия, Финляндия, Норвегия и многие другие уже несколько лет подряд принимают участие в снежных развлечениях. Не устояла и телекомпания «Самара ГИС». Как ни парадоксально, но в день снега снег совершенно не липкий. Снеговика нам сделать не удалось. Зато получилось какое-то такое чудо-юдо. Морковку я, конечно, запасла, но для этого человечка она вряд ли пригодится. Так что воспользуюсь ей на обед. Популярность зимних видов спорта и отдыха в рекламе не нуждается. Самарцы, только дождавшись приятной зимней погоды, вышли кататься на коньках, тюбингах и лыжах. Говорят, правильная зима должна быть снежной. Хорошая погода, очень люблю снег. Видите, даже одна иду кататься. Подружки у меня все что-то приболели маленько. И вот я сегодня иду кататься одна. И снег – это зима, и, в общем-то, это нормально, я считаю, что зима должна быть хорошим белым снегом. И сегодня он выпал, это хорошо. Мы сейчас хорошо по белому снегу покатаемся на лыжах. Пока городские службы борются со снегом на улицах Самары, в парках и скверах избытку снега только рады. Елочки уютно греются под снежным одеялом и ждут весну. Марианна Мирная, Алексей Золотенков. События.